Погоди, Дэймон, меня кто-то преследует. Тогда беги, да подальше. Тебя разве не интересует вся эта история Нэнси Дрю и сумасшедшего профессора? Мы правда просто оставим ее в машине? Она молчит только тогда, когда спит, а я не хотел мешать нашему миру и спокойствию. Алло? Джерми Гилберт ответил на звонок. Ух ты, это просто чудо дня памяти. Скажи мне, что ты нашел Бонни, а то у нас здесь голодный вампир, который вообще позабыл, что он главный герой. Я поухаживаю за ведьмой, прочту ее мысли и пойму, где она прячет опору заклинания. А ты следи, чтобы брат был мертв. А Тесса ничего не заподозрит, когда тот, чьи мозги она только что поджарила, вдруг начнет проявлять к ней интерес. Подумай, Дэймон. Странники выступают против бессмертия. А мне нужно было скрепить заклинание чем-то, что просуществует вечно. И тем, что Сайлас не сможет уничтожить. С чем? С его детскими самками, что ли? Не верю я тебе, доктор Айболит. Мы кое с кем собирались встретиться. С Весом Максфилдом, знаешь его? И это твой первый вопрос? Не, как дела? Как ты выжил в том пожаре, где я оставил тебя умирать? Положи подушку, Дэймон. Лиз. Ты где был? Гулял. Уточни. Тот, кто назойлив и сует свой нос в чужие дела. О, прости, определение слова «раздражающий». Смешно. От подгнивающего тела Кэтрин начал исходить смрад, и я от него избавился. Может, расскажешь мне, что там с машиной? А! Я позволил Энзо сесть за руль. А он давно не практиковался. Чуть нам в гостиную не заехал. А, ты про Аарона? Ага. Ну, вчера вечером мы его выследили. Я разорвал ему глотку. Подумал, что пришло время отправить последнюю ветвь семейного дерева Витмаров лесорубам. Думаешь, ему были по душе дойные коровы? Возможно. А потом его девушка ей стала. И он начал пить до чертиков, а она изменила ему с пастором. Ты потерял свою любовь, но это не значит, что можно потерять веру в любовь. Нет там никакой любви. Посмотри на фотографию. Фотка старая, а доярки нигде не видно. Он просто старый и жалкий фермер Джон. Тебе конец, Дэймон! Говорит тот, кто жаждет девушку, переспавшую с Клаусом. И улыбочку с лица сотри. Завтрак чемпионов? Дай угадаю, это из-за Елены. Это просто удивительная проницательность, Донован. Твоя смекалка прямо-таки выросла за этой барной стойкой. Ты сколько тут? 3 года? Как минимум, он не ищет ответов на дне бутылки. Тайлер Локвуд теперь дает советы о жизни, хотя сам свою угробил. Супер. Ну, как твой друг? Дин-дон! Пригласите меня. Это не помогает. У тебя уже час ничего не выходит, чудо-близнец, так что не думай, что это как-то мешает. Дэймон, понимаю, тебе не хватает друга. Привет, привет. Мистер Сайкс, управляющий корпоративными счетами. Упс, прости за это. Да. Не могу позволить тебе бормотать те странные словечки странников. Голова от них болит. Так здесь мистер Растяпа собственной персоной. Оставь меня, Дэймон. Тебе повезло, что те ребята хотя бы в больницу не угодили. Говорит тот, кто однажды меня убил? Да. Дома, по-тихому, где нас никто не видел. А ты начал строить из себя охотника прямо в школьном коридоре. Тебя исключили, гений. Прелестно. Теперь за нами носится еще какой-то вампир-охотник. Дай-ка угадаю. Европейской суки в твоем сне не было. Я не могу так поступать и дальше, когда все ждут, что однажды она придет и поможет. Я не говорю по-чокнутому, Джер. Может, переведешь для меня? И как ощущения? Шикарные. Стефан Сальваторе спит сегодня в своей кровати. Значит, перестал нас ненавидеть? Или же мощь вселенной свела двойников в одну машину? Так сказал наш наркоша. Дайте мне с ним поговорить, меня он послушает. Что, если ему на тебя плевать, ты не уловил? Так, вот успокоительные из больницы. Помогут от боли. Я не хочу. От них я слабею. А когда я слаба, он может залезть мне в голову. Я пришла за телом Кэтрин. Тебе не повезло. Ты его не получишь. Моя мать хотела, чтобы ее похоронили с семьей в Болгарии. И нет большей радости, чем не выполнить ее предсмертное желание. Скрэпбукинг. Мы тебе все объясним. Где твоя жена? Она ушла, бросила меня много лет назад. К пастору. К пастору? К фармацевту. Да. Да не знаю я, Стефан. Вампир бесчеловечности хочет моей смерти за убийство его девушки. Хм.
Вот уговор. Мой брат и моя девушка. Их похитили странники, и теперь я нигде не могу их найти. В смысле, бац! Их нет. Я гулял вокруг Мистик Фоллс этим утром, проверял, где исчезали мои инстинкты охотника. Это как, бицепсы сдувались и мозг уменьшался?